привет всем, это Струнодер, и будем смотреть Edwards ELP 125, там, Limited Edition. Я, честно скажу, я не силен вот во всех этих японских как бы делах, да, так, потому что моделей там дофига и больше, пока я понял одну вещь, касаемо Эдвардсов, при том, что Эдвардсов в последнее время было достаточно много, значит, что, грубо говоря, цифра в номере гитары примерно соответствует ее стоимости в тысячах йен. Здесь топ такой красивый, как, ну, Гибсон обычно об этом пишет, там, клен то ли 3А, то ли 2А, то ли... Но внешне очень красивый топчик такой, выпуклый, все как вот, просто вот леспол-леспол. Вот. А второй момент, наверное, о, вот так вот видно, limited модель. И еще чем меня эта гитара привлекла, это датчики 57, 57 плюс от Гибсон. Насколько я знаю, Эдвардс обычно комплектует свои инструменты Сеймурами. Причем, сколько у меня там их не было, ну, вот обычно это CH1, CH4. Ну, знаю только одну маленькую вещь, то есть, то, что 57-е котируются всегда, стоят, в общем, всегда очень и очень прилично по сравнению с остальными гибсоновскими датчиками. Но я не беру в расчет, например, такие датчики, как, например, 59-й, да, про которые мне рассказывали, что они очень крутые, но я их не видел, и они большая-большая редкость. В данной конфигурации, а датчики явно меняли, что-то там паяли-крутили, да, я туда пока не лазал. Вот, получился такой достаточно интересный эффект. То есть, когда ручки громкости в среднем положении, вот эти две у нас на максимуме, а это, значит, тыкалка посередине, у нас четкий фазовый призвук, но если мы немножко убираем громкость либо здесь, у нас этот призвук уходит и появляется вот такой ближе к стандартному гибсоновскому звуку, когда датчики там, условно говоря, не в противофазе. Вот. Конечно, очень бархатный, ну реально бархатный такой звук, ну вообще красота. Возможно, это, ну тут возможно, конечно, и датчики помогают, любимые мои 57-е, вот, но вообще мне так очень нравится. Вот, а теперь, что касаемо среднего положения, тут вот как раз начинается такая интересная вещь. То есть совершенно явный такой фазовый призвук. Вот, а если мы чутка, совсем чуть-чуть уберем любую из ручек громкости с любого датчика, то сразу получаем нормальный такой звук. Вот давайте попробуем, да? Вот я убрал. Но я бы, наверное, себе такую фичу бы оставил и ей бы пользовался. Но если эта штука кого-то смущает и кто-то захочет данный инструмент себе, то не вопрос, конечно, никаких денег за это платить не надо, вернем все в исходное, все проверим, все пайки, все провода, все протестим еще раз, так что... Thank you.
А еще из особенностей, что гитара не тяжелая. И мне это нравится. Я говорю, я немножко уже перестал мерить качество Les Paul'а в весе. Это было раньше, но это не так. То есть, вот у меня в углу стоит винтажный Deluxe. Вот там, да, там такой тяжеловес реальный. Давай сейчас с драйвом ее протестируем. Классная совершенно версия классического Les Paul'а от Edwards с красивым топом, с великолепным сетом датчиков 57-й Gibson, как я уже говорил. Вот. Так что, по-моему, все очень-очень неплохо. Гитара в лавке, гитара наличествует, гитара продается, а я на этом прощаюсь. Пока-пока.